Если завтракать так каждый день, ничем хорошим это не кончится. Содержание не будем забывать о вреде подсолнечного масла. К сожалению, при жарке полезным для здоровья его назвать нельзя. Несмотря на то, что масло богато витамином Е, в нем также присутствуют полиненасыщенные кислоты, которые могут способствовать окислению крови и повреждению артерий, а также развитию боли в суставах, диабета или ожирения. Когда мы готовим, растительное масло становится другой формой жиров, называемой насыщенной. Эти жиры помогают холестерину обосноваться в артериях. После жарки пища медленно разрушает нервные клетки мозга, ухудшая нашу способность учиться и формировать новые воспоминания. Если есть жареное каждый день, ничем хорошим это не кончится. Полуфабрикаты провоцируют развитие болезни Альцгеймера. Журнал Neurology опубликовал исследование, выводы которого гласят, что высокое потребление трансжиров, например картофеля фри, связано с заболеваниями мозга. Дело в том, что трансжиры замедляют рефлексы и реакцию мозга и увеличивают риск инсульта. Диеты с высоким содержанием трансжиров увеличивают количество бета-амилоидов в мозге, что связано с болезнью Альцгеймера. И это помимо данных о том, что трансжиры вредны для сердца и способствуют набору веса. В следующий раз при покупке картофеля фри не забывайте о трансжирах. Любители кофе, не увлекайтесь этим изысканным напитком. Фастфуд приводит к изменениям химии мозга, вызывая симптомы, похожие на синдром отмены, включая тревогу и даже депрессию. Фастфуд также влияет на выработку дофамина, гормона, который не только отвечает за способность получать удовольствие, но также влияет на нашу способность к обучению, мотивацию и память. Таким образом, злоупотребление фастфудом, если питаться ей более 3 или 4 раза в неделю, может не только привести к ожирению и другим проблемам с сердцем, но и негативно сказаться на работе вашего мозга. Хорошенько подумайте, прежде чем питаться пиццей и гамбургерами больше 3 раз в неделю. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.